Всем привет! Привет! Всем привет! Привет! Всем привет! Я вернулась из Кореи, и сегодня на кухне мы будем готовить. Понятно, что на кухне. У вас вина случайно нет? Там водки перед стартом вы не пьете? По возвращении из Испании я занялся поиском рецептов лазаньи. Да какой лазаньи? Почему лазаньи? Завтра 1 сентября, школьные линейки, День знаний и, в общем, начало учебного года. Поэтому мы решили... Наше блюдо готово. Сегодня мы делали чилийско... Чилийско. Все, можно? Друзья, спасибо большое вам за поздравления. У нас вчера был праздник, нам исполнилось 4 года, поэтому поводу что надо говорить сто. Если я убью человека блендером в кадре, это нормально будет? Если мой бутерброд будет называться, по крайней мере, описание в меню у него будет такое. Или идеальная формула бутерброда. В общем, не знаю. Я бы назвал базиликово-сырное наслаждение. Сыр очень мягкий, базилик очень вкусный. А остальные ингредиенты просто украшают. Сегодня я показал вам, как приготовить сангрию. Нет, не сангрию, паэлью. Лазанью. Сегодня я показал вам, как приготовить... Ну, Нина, хватит смеяться, блин! Чё ты меня обломала? Я так кайфово говорил. Я снимаю, Наш кекс готов, осталось его украсить... Наш кекс готов, осталось его украсить... Да что такое, блин? Хоть дурацкий кекс. Пишите в комментариях ваши советы. Основу для твикса мы отправили в духовку выпекаться минут на 20 до золотистого состояния. А в это время начнем заниматься карамелью, чтобы к тому моменту, когда оно подошло, Дима не взорвался из-за того, что у меня очень длинные фразы. Давай, брат, до конца, давай за тех, кто дома ждет тебя. В сегодняшнем выпуске я показал вам, как приготовить паэлью. Взбиваем до однородной маслы. Давай за жизнь. Спасибо, что были с нами. Это был канал Sweet and Flower. Меня зовут Вика. Подписывайтесь на воркаут. Все. Это все. Mana mana.